завтра другого. Открывай. Дякую. И не открывать? Открывай, открывай, красотка. Лучше кушать кофе. Куда я пошла? Ну вот. Ну, у меня там здесь этого много. Не, не давай второй смысл. Чего он убегает? Не закрыть. Можешь не закрывать. Типа Дэйл? Типа Дэйл. Типа Дэйл. Привет, как дела? На, режь. Типа Дэйл, на. Типа Дэйл. Иди скушай орешек. Чип и Дейл. Чип и Дейл спешит на помощь. Йоу. Ты что? Что ты крадешься, да? На. Чип и Дейл, Чип и Дейл, йоу. На, Чип. Чип и Дейл. Все, отморозился. Чип и Дейл. На. Чип и Дейл. Смотри, какой орех вкусный, давай. Чип. Чип и Дейл, Чип и Дейл, а что ты, он придет внизу брать, видишь? Привет, Чип, Чип и Дейл, подожди. Это ты гадость милая. Ну что, как дела у тебя сегодня? Орехи вкусные, скажи. Я куда пошел? Ну, там было. Папа, ему мальчик, ой. Он пить захотел. Чип и Дейл. Дай еще орешек, дай орешек. Чип и Дейл, у меня есть еще орех, Чип и Дейл. Катарина. Оп, кропатает. Тише. Смотрите, как он тупит. Как он тупит? Мастер-класс показывает. Ой, Антон. Зови его, Антон. Я растирался. Антоша, он как бы немножко больше в доме, чем я хотела бы. Я растирался. Мам, у него ногти, да? Знаешь, из мультиков там, где страшные тети, они имеют такие длинные ногти. Mm-hmm. Мам, вот посмотри на его ногти, это как он будет? Миша, кто будет в следующий раз? Ты. Давайте мы сами пойду. Дружитесь. Положи. Катаринка, тебе нравится? У нас этот профессионал. Антош, ну ты ему не нравится тоже. Он у нас теперь на грецких орех. Давай, братик. Антош, ну он начинает. Я знаю, мам, я знаю. Твою мамочку, блин. Да, хороший мальчик. Нету. О, ты прям в шоке, да, я знаю. Антош, я не знаю. Мам, если открою дверь, он зайдет. Сынок, дай ему орешек-то, ну, гопнику маленькому. У меня готово стоит. Антош, ты зачем ты кидал? Мам, я извиняюсь, мам, он близко, мам, если ты близко, я его извиняюсь. Это такая вот царапинка. Царапинка легкая, блин. Кот, короче, ты его домой больше не пускай, я боюсь. Опять падает. Точно ты смотришь. Зай, ну он прямо аж бедный не дышал, когда ты его гладил. Наверное, ну, боялся, ему очень конечно. Страшно. А что ты кусаешься, урод? Ну, Сережа, я тебя снимаю, если что. А потом бабушке пошли. Стремно после этого, да, гладить его. Тебя можно погладить? Ну давай я тебя поглажу. Ну, ты только не кусайся больше. Хорошо? Ну ты ж такой хороший. Ну что, нравится орешки? Так, Сережа, вы веди своего френда, блин, на балкон. А давай пробуй сесть на стул и позвать его на ногу. Сережа, а если он тебя поцарапает, блин? Ну, поцарапает, по-моему. Так детям сказать больше не то самое, не кормить в доме. Ну, хороший малыш, не бойся. Чего ты боишься? Я же тебя просто глажу. Сережа, он сейчас и сдохнет, и ты расстройся, блин.
Ест и боится, да? Ну, он прям ест и душится, мне кажется, ты записываешь? Такой хороший, ты такой хороший. Не бойся, ну зараза, сильно схватил. Так вот, блин, сейчас поедем в Вирджинию. Это самое есть. Давай промой зайка, вон, смотри, есть царапка. Ну что ты? На. Ну ты так хорошо берешь. Сережа, выгони его из дома. Дай побольше орешки. На, выбирай, что у тебя тут. Дай мне, у меня шурки уже белку держат. Длинный, да, чтобы мне давать много-много. На. Ну что, ты не боишься уже? Сумка пойдет сюда есть. Не ну, надо его сюда. Почесать. Ну что, ну что. Сережа, ну, не бойся. Не вводи в стресс ни белку, ни меня. Не бойся, ты хороший. Ты хороший, но меня зараза укусила ты. Да, и короче, детям сказать, что будет. Не бойся, что ты стрёмный такой. Ну, на. Твою мать, у тебя ж острые царапы, блин. Так вот, прогони его из нашей кухни. Ну не бойся, не бойся. Он уже меня почти не боится. Ну конечно, блин. Где вот здесь будешь кушать, всё. Зато его боюсь я. Блин. Мама тут мусор понасыпала. Ну мама уберёт. Чип и Дейл, Чип и Дейл, иди сюда. Кот, ну вот зачем тебе он в доме? Скажи Чип мне, и Дейл, мы уже поняли, сюда. Что он... Смотри, смотри. Сережа! Выходящая белка. Чип и Дейл, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Зайка, Чип и Дейл, Чип и Дейл, иди я сюда. На этом стуле... Чип и Дейл, на. Он как слеповатый. Ты записываешься? Слеповатый. Дружноватый. Чип и Дейл, ну давай, иди. Зай, ну ты так как издеваешься над ним. Чип. Он с твоими носками уже в близких отношениях побыл. Кот, смотри. Кот. Что? Смотри на меня. Ну ты какой хороший. Не бойся, чего ты боишься. Ни хрена он не хороший, он кусается, видишь? На. Так аккуратно взял. Только не упади. Видишь, уже научился хвостом упираться. Так, Сережа. На, Чип и Дейл, Чип и Дейл, Чип и Дейл, иди сюда, иди сюда, вот, это сильно высоко, Чип и Дейл, упирается раз. Видишь, грецкий больше нравится, там стоит, лежит он этот орех, он его даже не берет. Ну, он с первого дня, как после того, как дети ему стали давать грецкий, перестал есть. Так, какой у нас день приручения? Я не знаю, какой день приручения, но такой иди быстрый сюда. Контакт, я не готова к таким близким. Зай, ну ты как издеваешься, ну зачем ты мне не я ж дрессирую его. Я хочу, чтобы он на стул залез. Сереж, я не хочу, чтобы он на стул залез. Чтобы типа он команду знал. Ну что? Зая. Вот твоя орешка, иди сюда, Чип и Дейл. Иди сюда. Так, Сережа, быстро закрой сетку, блин. Итак, Сережа, что ты сегодня решил? Я принял решение его больше не кормить с рук. Потому что, короче, он пока он... Вот, схватил. Паразит. За пальчик. Сереж, детям надо сказать никаких этих рук, потому да. что... Что он не понимает, хватает. Приручать, конечно, можно, но мы... Мы лучше заведемся альтернативный вариант, который будет в доме, да? Кот, пошли я твои раны полечу. Покажи. Блин, кот, может нам в эмерджейсе съесть? Кот, пошли я тебя полечу. Пошли. Сереж, давай не будем давать ему второй шанс. Давай его выгоним с нашего балкона. За, если он детей поцарапал. Не поцарапал. Так, кот. Мне не нравится. А сколько ты будешь записывать? Сереж, не надо его сюда, потому что еще перекисью обрабатывать и пол. Зай, ну он привыкнет потихоньку. На, иди сюда, Чип и Дейл, Чип и Дейл. На. Зай, ты думаешь, не надо после него помыть? Нет, конечно. А что ты уходишь? Потому что он, зайка, наверное, занимает позицию, что если вот сейчас резко ляпнуть здесь чем-нибудь, он, наверное, сбежит по-быстрому. Если сейчас резко ляпнуть дверью, то у нас будет хорошая шкурка. И красивый хвостик. А знаешь, зачем я это все снимаю? Да. Чтобы показать Катарине, что мы смотрим за ее питомцем, пока она в школе. Потому что Катарина каждое утро ему есть ложит, воду меняет.
Не бойся ты. Зайка, он тебя поцарапал исключительно от страха. Да, конечно, он не хотел меня поцарапать. Он сам боится. Опирайся на дверь, не бойся, она не поедет. Давай подшутим на ней. Хвост расслабляется, расслабляется. Ну ладно, пускай приходит, будем аккуратно проводить. Прощаешь его? Да. Ну конечно, ну что. Вот ты сцикун, а? Ты не Чип и Дейл, ты сцикун. У него, короче, для Катарины он Чип и Дейл, а для нас сцикун будет. Ой, забавная тварь. Ну, вы сейчас бы сидели, да, телек смотрели, а так развлекаетесь. Animal Swing, этот самый channel, да? Ну что? Ты по ноге, только не поднимайся мне. На, Чип, Чип и Дейл. Я ж тебе отдал, что ты? Успел? Видишь, уже не выходит. Ну да, он сел перед этим самым. Уже, видишь, не сел на серое. Но скоро будет есть там, где ты ему даешь. Интересно, а что он думает? Как ты думаешь? Что он думает? Бросил уже, не доел. Он уже наелся. Думает, есть стык? Ну, давай, Чип и Дейл. Он опять тебя запарит. Он аккуратненько, он не выпускал. Видишь, уже не уходит. Ты уже иди домой. Мы уже это, ее пищи заканчиваем. Нет, ты не нюхай меня. Сережа, он не хочет уходить от нас. Я просто не хочу, чтобы он по ноге поднимался ко мне тут по юбке. Пальму. Ты наелся, дружок? На, Чип и Дейл. Все. Все, давай.